На ваших экранах на данный момент лидер соревнований в многоборье у гимнастов, у мужчин. Антон Голоцуцков, упражнение на перекладине. Пока он первый, и если ничего не случится, такого, ну, два падения, три падения, то я думаю, что он может остаться первым. Пока молодец, не делает лишних движений на перекладине. Продев, спад тут на 360. Ага. Немножко. Ну, молодец, он пытается их маскировать, но это от опыта. Но судьи-то все равно все видят. Вот еще одна. Должны видеть. Решил не усложнять, два с двумя. Доскок встать не удалось. Ну нет, какая-то такая, вернее, черновое исполнение мне показалось. Вот не как чемпиона поставить точку, а как-то так вот. Лишь бы не упасть, а потащить до конца. Вспоминая олимпийское выступление Алексея Немова, куда там, ну куда, ну зачем. Посмотрим, подцепился немножечко. Неплохо. Ушел в итальянские обороты, перехват. Знаете, сложная наполненность именно работы руками. Обратите внимание, у него постоянно вот эти смены хватов на перекладине. Но это не только у него, это все гимнасты должны выполнить. То, что надо показывать повороты как бы в стойке. Ну, в общем, у него-то это получилось, хотя не сама, во-первых, база была невысокая, во-вторых, оценка, та, которую он получил, 8,3, ну скромнее нельзя. Ну, о чем говорю? Скромнее только можно было еще на кучу туда и упасть. Так что 8,3, это, конечно, для него маловато. Но сам выступ